на канале Арина и Регина, и сегодня мы будем готовить цветные вафли. Тесто для вафель мы уже приготовили и пищевые красители, осталось их только добавить. Берем, Аречка, тесто и выливаем его вот в эту чашечку. Так, все выливаем. К тесту добавляем красители. Какой будем выбирать? У нас есть красный, оранжевый, сиреневый, зеленый. Берем розовый. Хорошо, выливаем. Киша тоже добавляет краситель в свою чашечку. Держи чашечку другой ручкой. Молодец. Аря, как там у тебя тесто? Розовенькое получается. Следующую чашечку добавляем зеленый, выливая аккуратненько. Да. Вот. Мои поварята. Смотри, какой у тебя цвет зелененький. Добавляй в свое тесто. Ой-ой-ой, Региша. Фу. Как там у тебя, Аречка, дела? Зелененькая? Красивый цвет? Алька помогает Регише. Помогла? Берем следующее тесто. Бери чашечку. Так, и выбирай, какой цвет. У нас остался с тобой сиреневый и оранжевый. Какой берем? Сиреневый цвет? Оранжевый. Наливаем. Наливаем. Так, размешиваем, бери ложечку. Размешиваем. Так, хорошо, размешивай. Что у Регишки тут за вафля? Давай выливаем вон туда. У Регишки какое-то алькомесиво, да? Непонятное. Давай я подержу чашечку, а ты размешивай хорошо, чтобы все-все размешалось. Здесь краситель хорошо разошелся по тесту, да? И четвертая чашечка с тестом и сиреневый краситель. Добавляем его. Черненький почему-то. Черненький? А ты размешай. Черный какой. Давай. Мы еще такие не видите. Такое еще не видели? Нет. Размешивай хорошо. Регишка смешала все цвета. И что там у тебя получилось? Кап-кап-кап-кап-кап. Алька, у тебя тарелка не улетит со стола? Смотри. Кап. Придерживай ручкой. Доча, у тебя что, танцует? Кап-кап-кап? Что там не стекает у тебя? Ложечкой добавь туда водички, Региша. Вот. Сейчас тебе помогу, все, а потом ты сама будешь. Молодец. Вкусно, выливай. Такие вот четыре цветные чашечки у нас получились с тестом. Берем. Мы сейчас пьем. Вафли отправляем в духовку на 5-7 минут. Вот столько вафелек у нас получилось. Много, Аришка? Да. Красивые? Да. Теперь будем делать тортик из них? Да. Давайте.
Розовенькую хочешь? Клади ее себе, Регишенька. Аречка. Бледно-розовенькую, Регишка поярче. А теперь накладываем кремик. А кремик, девочки. Давай, Регишка. Вот, накладываем. Можно сейчас. Вкусно? Так, Ригочка, смотри, как красиво. Какой следующий? Может быть, зелененький? Давай, накладываем. Вот, как красивенько. Давай, бери зелененький. Ой, помню. Ничего страшного. Зелененький. Так, выравнивай аккуратненько. Накладываем на следующий корж кремика опять. Тебе тоже надо, Региш? Да. Все, я тебе дам. Алька, какой следующий берем коржик? Зелененький. Так, накладывай его. Ой, он что-то сквозь. Да ничего страшного, накладывай его. Накладываем его сюда, да? Аккуратненько. Арика, какого цвета у тебя тортик? Ну-ка скажи. Желтенький, зелененький и светленький. Красивый? Опять попробовать? Кака. Кака? Видишь, на тебе следующий коржик розовенький. Вот так вот выкладываем его. А как? Ригочка, это же катастрофа. Вкусно? Да, очень вкусно. Здорово. Все готово? Да. У тебя готово, Ригишка? Да. Есть у нас для украшения вот такие цветочки. Съедобные цветочки, сделанные из вафли. А я думала, это несъедобная. Несъедобная, думала? Да. Пока девчонки перекусывают на тортике. Нужно посадить цветочки. Желтенький, розовенький и красненький. Ригишка, вставляй сюда цветочек. Ну-ка, ставь сюда цветочек. Вот, молодец. Посыпаем звездочками наш тортик немножко. Вот так вот мы сделаем. Я тоже сама. Давай. Ой, как красиво. Давай еще Регишке польем. На, скажи. Только по всему тортику поливай. Вот тебе не можно. Очень Кося. Очень Кося. Вот такие цветные тортики у нас получились. Они не только красивые, но и наверняка очень вкусные. Пробуйте тоже и оставляйте в комментариях. Если понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте пальчик. Как, Арька, нужно пальчик ставить? Вот так. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Ну а мы будем пробовать.